Онлайн-билеты на междугородние и международные рейсовые автобусы теперь можно приобрести через приложение «Халык Хоумбанк». Новый сервис «Автобусы», который запустили в мобильном приложении, позволяет сэкономить время на бронировании и покупку билетов без скрытых наценок. А стоимость такая же, как и в кассах автовокзала. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству «Халыкбанка» и Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Купить электронный билет теперь можно не только на самолет или поезд, но и на автобусы, которые совершают междугородние и международные поездки. Новый сервис «Автобусы» запустили в рамках экосистемы «Халыкбанк» «Халык Тревел». Выбираете на автобус, выбираете направление. Далее в удобном виде вы все увидите на экране, прямо места. Выберите свое место, которое вам будет интересно, оплатите. И в электронном формате билет придет как в личный кабинет Хоумбанка, так и на вашу электронную почту. Разработчики нового приложения изучили, что казахстанцы в основном выбирают рейсовые автобусы. Поэтому решили улучшить условия, чтобы наши граждане не теряли время на поиск и покупку билетов, а также могли избежать переплаты у перекупщиков. Проект несет в себе социальную составляющую, отметили в Халыкбанк. Жители столицы уже отозвались о новом сервисе. Очень экономит время и можно рассмотреть больше предложений. Я за. Это очень важное дело. Очень удобно, все хорошо. Да. На данный момент сервис покупки электронных билетов работает в нескольких направлениях страны и не только. Из столицы можно уехать в 10 населенных пунктов республики, а также в города Монголии и Узбекистана. Разработчики планируют охватить все регионы страны, чтобы казахстанцы могли ездить по всей республике, выбирая удобный рейс, дату и время через Халык Хоумбанк. Стоит отметить, в начале года число пользователей этого мобильного приложения выросло до 8 миллионов человек. В банке надеются, что многие по достоинству оценят новый цифровой сервис «Автобусы». Мадина Исюмбаева, Нуркен Токмурзин, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Нур-Султан.